Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Здравствуйте, на канале Итон ТВ программа «Тема дня». Сегодня ее веду я, Михаил Горин. Мой собеседник – белорусский политолог Валерий Карбалевич. Валерий, приветствую вас. Здравствуйте. Ну вот, относительно недавно, 9 мая, Александр Лукашенко принял участие в параде в Москве по случаю Дня Победы. И тогда многие обратили внимание на то, что выглядел он не очень, и заговорили о его плохом самочувствии, потому что в тот же день Лукашенко, он сразу уехал после парада, не принял участия ни в каких заседаниях, а после того, как он вернулся домой, то он не выступил с речью на торжествах в Минске. Его заменил заместитель министра обороны. И все это послужило причиной для разговоров о возможной болезни Лукашенко, а также появлению различных версий, что произойдет, если он скоропостижно скончается. Как будет проходить смена власти и вообще, что это, как это будет выглядеть. Скажите, пожалуйста, вы вообще верите во все эти слухи и разговоры о его плохом самочувствии, или же это что-то несерьезное? Безусловно, несколько дней он себя чувствовал плохо. Это было видно невооруженным глазом. И во время парада в Москве, и во время торжеств в Минске, когда он просто не смог физически выступить, а вместо него выступил министр обороны. Потом 14 мая он должен был выступать, опять же, на торжествах, посвященных Дню государственного флага, герба и гимна. Вместо него выступал премьер-министр Головченко. Поэтому факт его нездоровья это очевиден. Вот, но 15-го он уже появился на публике, хотя выглядел не лучшим образом. Вот, поэтому вопрос о том, что это какое-то временное заболевание или это что-то серьезное, постоянное, вот на этот вопрос никто ответить не может, потому что здоровье Александра Лукашенко в Беларуси – это государственная тайна. Да. Скажите, пожалуйста, раз уж все эти разговоры о его возможной болезни породили конспирологические и достаточно более реальные версии о том, а что же, собственно говоря, произойдет с властью в Беларуси, если господину Лукашенко по тем или иным причинам не станет? У вас есть представление о том, как будет выглядеть смена власти и кто вообще окажется у этой власти? Есть ли у него преемник, который заранее заготовлен и одобрен Москвой, или этого нет? Вообще, вот на ваш взгляд, как это будет все происходить? Вопрос о том, как это будет происходить, очень сложный, на него ответа никто не знает, потому что очень много будет зависеть от того, в какой момент он будет уходить. Преемника у него нет и быть не может, потому что преемник нужен тогда, когда властитель собирается уходить. Лукашенко никуда уходить не собирается. Вот, и поэтому понятное дело, что преемника нет, и наличие его – это опасная ситуация для авторитарных режимов персоналистского типа, потому что это может каким-то образом ускорить уход. Вот поэтому преемника нет, а вопрос о том, как будет идти дело с властью, зависит от того, как я повторяю, когда он уйдет, какой момент, какова будет ситуация внутри страны, какова будет ситуация внешняя, насколько сильна будет путинская Россия в этот момент, или ей, может быть, будет не до этого, насколько сильна оппозиция, на какие решительные действия будет готов Запад для того, чтобы изменить ситуацию в Беларуси. Вот на все эти вопросы ответить невозможно. Если говорить о чисто формальных вещах, то в Конституции Беларуси действующей записано, что в случае, если Лукашенко не может исполнять свои обязанности, то его функции должна взять на себя глава
Верхней Палаты Парламента Совета Республики в данный момент должен занимать Наталья Качанова, и провести досрочные президентские выборы. Но там есть еще одно интересное положение в Конституции, что если уход президента происходит насильственным путем, то есть если его убьют, то в стране вводится военное положение, и власть переходит к Совету Безопасности. Там свыше 150 человек, большинство силовиков, и вот как бы власть переходит к этому органу, и причем не регламентировано, сколько времени должно продолжаться это военное чрезвычайное положение, и как долго эта хунта будет управлять страной, когда должны пройти нормальные выборы. Вот ничего этого в Конституции нет. И я вижу, что между двумя этими положениями Конституции есть определенное противоречие. Потому что ведь можно трактовать уход Лукашенко по-разному, как насильственный. Все зависит от трактовки. Вот. И тогда возникнет конфликт между этими двумя положениями и между этими, так сказать, двумя институциями, если можно говорить. Глава Совета Республики и Совет Безопасности. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, насколько возможно и насколько сильным будет влияние России в случае, если это и произойдет, и понадобится кто-то взамен Лукашенко, насколько достаточно ли у Москвы инструментов, чтобы влиять на этот выбор, и вообще, есть ли ей смысл влиять, есть ли у нее свои фавориты уже сейчас? Или все это, опять-таки, гипотетические вопросы? Влиять, конечно, будет. В этом нет сомнений, насколько сильно. И опять же, мы не знаем, в какой ситуации произойдет эти события. Если это произойдет, скажем, в ближайшее время, что во что я не верю, потому что Лукашенко вышел и никуда уходить не собирается. Это одна ситуация. Сейчас влияние России на Беларусь очень большое. И поэтому я думаю, что без согласия Москвы этот вопрос вряд ли будет решен. Но если ситуация поменяется, скажем, если война будет идти неудачно для России, если путинский режим ослабнет или там что-то с ним произойдет, и Москве будет не до Беларуси, как бы там выжить и устоять, и сохранить власть. Вот такой ситуации, я думаю, что белорусские правящие круги будут гораздо более автономны, независимы от России, и будут сами принимать какие-то решения. Поэтому, ну и в ситуацию уже попытается вмешаться оппозиция, насколько она сможет влиять на эту ситуацию, насколько общество готово будет в этот момент протестовать. Как может включиться в эту борьбу Запад? Это все вопросы. А скажите, пожалуйста, вот вы не первый раз упоминаете Запад и его возможное отношение к этой ситуации. А у Запада есть инструменты для того, чтобы влиять на возможный выбор? По сравнению с Россией эти инструменты намного-намного меньше, но они есть. В руках Запада такой инструмент, как санкции. Их можно отменить, их можно уменьшить, их можно увеличить. Вот. В руках Запада давление по вопросу прав человека, политзаключенных. Вот. Поэтому определенные рычаги есть, и они могут сильно возрасти в случае неудачного для России исхода войны. Вот. Поэтому рычаги есть. Готов ли Запад ими воспользоваться? Вот в момент протеста 2020 года Запад как бы очень слабо себя проявил, и его вмешательство, его влияние было, скажем так, минимальным. Я понимаю, что в сегодняшних условиях в Беларуси общественное мнение очень трудно, если даже вообще в принципе возможно, как бы проиндексировать. Но тем не менее, по вашим ощущениям, есть ли в такой ситуации, которую мы сейчас обсуждаем, какой-то шанс у оппозиции? Или общество уже настолько напугано
теми репрессиями, которые продолжаются уже 2 года, что вряд ли оно сможет высказаться всерьез? Очень сложный вопрос. Если говорить о сегодняшнем статус-кво, то да, оппозиция загнана в глухое подполье и может влиять только на какую-то международную повестку дня западную в отношении политики, в отношении Беларуси. Но ведь видите ли, в чем проблема? Лукашенко является главной несущей конструкцией этого режима, главным стержнем. И если он исчезает, то система может оказаться в ступоре. Уже несколько событий в Беларуси последнего времени произошло, когда государственные институты не получают указаний от Лукашенко, как реагировать, и не знают, как реагировать. Там это было, когда умер министр иностранных дел Макей, когда атака была на аэродром Мачулища, да и сейчас, во время вот этой болезни, власти не знали, как реагировать, и реакция, на мой взгляд, была не самая удачная, потому что если бы власти просто объявили, что Лукашенко заболел вирусом, ну, нормально, спокойно все бы отнеслись, но поскольку они стали прятать это, породили слухи, это всегда хуже. То есть, когда система впадает в ступор, это всегда шанс для оппозиции, потому что до сих пор все институты понимают, как работать. А если Лукашенко не станет, и вдруг на улицу выйдет какое-то количество людей с протестами, что с ними делать, с этими людьми, непонятно, потому что непонятно, кто должен дать указания, и насколько легитимна новая власть. Вот эту ситуацию ступора позиция вполне может использовать. Последний вопрос. Конспирологию трудно обсуждать, но все-таки коснемся ее. Когда появились все эти разговоры о заболевании, тем более тяжелом заболевании Лукашенко, сразу же появилась версия о том, об отравлении, а потом она еще была дополнена, эта версия, что это было сделано российскими спецслужбами. Отсюда возник вопрос, не даже о достоверности этой версии, а вообще вопрос, а Лукашенко, насколько он выгоден сегодня России в качестве лидера в Беларуси? Ведь он в войну все-таки не вступает. Что касается отравления, ну да, говорят, что приехал аппарат и его отравили. Ну, во-первых, у него проблемы проявились уже 5 мая, за несколько дней до поездки. Он там выступал, и видно было, что голос у него очень сиплый, проблемы с голосом. И приехав в Москву, уже из аэропорта его сопровождала машина скорой помощи. То есть он уже приехал больным. Версия про то, что его там в Москве травили, как бы совершенно сюда не подходит, не вписывается. Да, но вот главный вопрос, зачем это нужно России, я думаю, что абсолютно сейчас не нужно. Потому что, как я уже сказал, именно Лукашенко является стержнем этого режима. А Беларусь – единственная страна в мире, которая является союзником России в сегодняшней ее войне против Украины и Запада. Вот. И если вдруг с Лукашенком что-то случается, этот стержень как бы ломается, ну, вероятнее всего, что в Беларуси в любом случае возникнет политический кризис. Политический кризис своего ближайшего союзника в момент войны, ну, это, по-моему, последнее, что нужно сейчас России. Поэтому до Лукашенко они будут держаться, и ни в коем случае они не заинтересованы в его уходе, потому что после ухода возникает неопределенность. А неопределенность, знаете, в такой ситуации она может качнуться в любую сторону. А Лукашенко, при всем при том, он понятен. Понятен, что от него можно ждать, и как с ним работать, и как с ним вести дела. Поэтому я думаю, что этот вариант о том, что Россия хочет сместить Лукашенко, нерационально абсолютно. Валерий, большое спасибо, что были с нами, за ваши комментарии. На этом все. Напомню, что моим собеседником сегодня был белорусский политолог Валерий Карбалевич. До свидания. До свидания.